Что ж такое-то? Не хотят морозы отступать. 38. Не знаю, наверное, опять будут лошади сегодня стоять. Сейчас посмотрим, будем решать. Тут совсем холодно, капец. Аномальный колотун, даже Грей не встает. Холодно, Грей, скажи, капец как холодно. Мы при аномальном колотуне остаемся дома. Выводим на уборку, чтобы лошади не мешали в денниках. Убираться. И сено. Это после завтрака. Следующий на уборку. Отбортуется и все, и лошадь становится. Самое крутое, тогда лошадь какая-то практически в одно место. Подстилка остается чистой, только находится, где она чаще всего писает и убирается. Это круто. Это экономия большая, потому что опилки зимой очень сложно достать. Эта кукла у нас такая молодец. Сегодняшнее утро. Вид на пустые левады. Стоим дома, потому что сопли в носу замерзают. Пар со рта идет, щеки мерзнут, капец. Меньше кушать надо, чтобы щеки не мерзли. Вот такие пироги сегодня. Зима в этом году немножко придавливает морозами. Наберем чистых опилок. Опилки тоже даже чуть-чуть подмерзли. Но это ничего, будут не такими пыльными. Чуть снежок растает, примочит их, и в деннике будет отлично. Досыпим Лунтику. Раз. И два Джунику досыпим. И дадим Бублик. Джоник,